Приветствую! Сегодня будем разбирать песню из кинофильма «Неуловимые мстители», песня Яшки Цыгана «Мне бы дьявола коня». Будем играть ее в тональности ре минор, тональность родная. Сыграем всю песню и подробно разберем, что, как играть. Приступим! Повисла в окне луна уголек, спят Киев и Воронеж. Чудак, человек, отдай кошелек, отдай, а то уронишь. Мне бы дьявола коня да плеточку заветную, и тогда искать меня в поле не советую. Сначала разбираем аккорды, те, что будут играться в первом куплете. Первый аккорд ре минор, первая струна на первом ладочке, вторая на третьем, третья на втором, четвертая басовая открытая. Переменный бас будет у нас четвертая и пятая играться. Играется в ритме вальса на три четверти, бас и два. Делаем удара по струнам, два щипка, первая, вторая, третья струна, три пальца, три струны. Понятно. Следующий аккорд соль минор, баре третий лад, четвертая и пятая струна на пятом ладочке, бас играется шестая струна. Понятно. Также будет соль минор с басовой ноткой си бемоль. Прижимаем мизинцем шестую струну на шестом ладочке и остается баре на месте третий лад. Басовая шестая струна. Дальше аккорд до мажор септ аккорд. Баре третий лад, вторая струна и четвертая на пятом ладочке. Басовая пятая, потом шестая. Следующий аккорд фа мажор. Баре первый лад, третья струна на втором ладочке, четвертая и пятая на третьем. Бас играет шестая и пятая. Но у нас играется по полтакта, так что мы второй бас, наверное, не будем успевать играть. Следующий ми мажор.
Первая, вторая открытая, третья на первом ладочке, четвертая, пятая на втором. Бас, шестая, потом пятая. И аккорд ля мажор. Первая открытая, вторая, третья и четвертая на втором ладочке, бас, пятая, потом шестая. Вот так, вот основные аккорды. Дальше я буду все показывать, если какие аккорды пропустил, будем их играть. Итак, смотрим куплет. Вступление мы играем два холостых такта. Начинается тема. Вот здесь мы играем соль минор и бас с ноткой си бемоль. Вот здесь идет аккорд ре мажор септ аккорд. Мы его не играем, мы играем перебором нотами. Играем четвертая струна на четвертом ладочке, третья на втором, вторая на первом. После этого играем четвертую открытую и выходим на соль минор и играем четвертую басовую струну. Сначала. Вот так, вот дошли до этого места, играем четвертую басовую, потом си бемоль на соль миноре. Ре минор. Аккорд си бемоль. Си бемоль берем так, первый лад, баре, вторая, третья, четвертая на третьем ладочке. Давайте с аккорда соль минор. Дальше аккорд ми мажор. Можем периодически иногда брать здесь аккорд септ, то есть добавлять до ми мажора вторую струну на третьем ладочке. Вот так. Давайте медленно куплет еще раз. Вот так. И дальше идет у нас припев. И давайте, наверное, тогда сразу начнем разбирать проигрыш. Так как у нас играется припев точно так, как мы будем дальше играть проигрыш. Вот. И второй куплет также у нас будет играться так, как мы будем играть проигрыш. Только в конце песни у нас меняется ритм, и дальше я вам потом расскажу. Давайте разберем для начала проигрыш. Значит, играем. Третья струна, держим аккорд ре минор. Играем третью. Дальше четвертая и вторая одновременно. Потом вторая и третья тоже одновременно. Дальше открываем первую струну. Играем. Потом играем пятую открытую и первую. Потом вторая и третья одновременно. Сначала. Дальше. Играем вторую струну. Ставим аккорд соль минор. И на соль миноре ставим мизинец на первую струну, на пятый лад. Играем шестую и первую одновременно. Потом вторая и третья. Дальше. Играет первая струна, третий лад, первый лад и открытая одновременно из ноткой си бемоль, пятая струна, первый лад. И потом прижимаем вторую, третью струну на третьем ладочке и играем две одновременно. Еще раз с аккорда соль минор. Сначала.
Дальше. Играем первую струну на третьем ладочке. Вот сыграли си бемоль. Дальше играем аккорд соль минор вот в, этом, в этой позиции. Баре 10 лад. Вторая струна на 11 и четвертая на 12. Играем пятую, первую и вторую одновременно. Вот сыграли соль минор. Дальше. Первая струна на 9 ладу. И дальше ставим аккорд до мажор. В таком положении баре на 8 ладочке. Первая струна на 10, третья на 9 и пятая на 10 ладочке. Играем в подряд 4 струны. 6, 3, 2, 1. Дальше. Играем 2 струны. Первая и вторая. Первая на 12, вторая на 13. Дальше аккорд фа мажор. Играем фа мажор 6. Делаем так. Пятая струна на 8 ладочке. И прижимаем 4 струны на 10. Я это делаю мизинцем. Потом 2 щипка. Вторая, третья, четвертая струна. Вот так. Дальше идет у нас ход. Играет пятая струна, девятый, двенадцатый лад. Дальше четвертая струна, десятый, тринадцатый лад. Потом играет третья струна, одиннадцатый, четырнадцатый лад. Вот такие нотки. Теперь, когда мы начинаем играть на третьей струне, мы играем четвертую открытую. Вот так. Дальше. Ставим снова аккорд соль минор. В соль миноре мы добавляем мизинчиком вторую струну на 13 ладу. Играем 5 и 2. Потом ставим палец в аккорд на третью струну. Играем вторую и третью. Дальше. Играем первое на третьем ладочке. Открываем. И одновременно открытую первую играем с пятой на первом ладочке. И снова прижимаем вторая и третья на третьем ладочке. Дальше. Первая играет третий лад. И первую играем на шестом и четвертую открытую. Дальше. Первую сдвигаем на пятый лад, вторую на шестой. Играем две вместе. Потом вторая. Ставим аккорд си бемоль. Си бемоль в таком положении играем. Шестой лад баре. Третья струна на седьмом. Четвертая и пятая на восьмом ладочке. Играем третью и шестую. Вот сыграли две струны. Дальше. Ставим септовую нотку на вторая струна на девятый лад. Играем щипком вторая, третья, четвертая струна в тот момент, когда мы поставили. Еще раз. Вот так. Дальше. Играет первая струна, первый лад. Потом открываем и играем открытую первую вместе с пятой на втором. У нас идет аккорд ми мажор. Вот сыграли первую и пятую. Щипаем вторую, третью, четвертую. Снова первая. И ставим снова аккорд ми мажор, играем шестую открытую и первую и вторую прижимаем мизинцем на 12, третью и четвертую на 9 ладу. Вот сыграли. Можем сыграть веером одну за одной струну.
Потом первая играет на десятом. И аккорд ля септаккорд. Играем так, пятую. Аккорд ставим первая и третья на девятом, вторая на восьмом. Мизинцем играем десятую струну на первом. Убираем, играем первую струну, прижатую в аккорде. И вторая и третья. Дальше идет выход на припев. Вот так. И идет выход на припев. Играем так. Две первых нотки, третья и вторая струна на десятом ладочке. Дальше берем такой аккорд. Пятую струну мы играем средним пальцем на тринадцатом ладочке. Указательным прижимаем первую, ну и вторую. И вторая струна прижимается у нас безымянным пальцем на 13-м ладу. Играем только три струны. Пятая, вторая и первая. Дальше. Играем дальше первая и вторая снова. 10-й лад первая, 11-й вторая. Еще раз. Вот так. Дальше. Снова играем первую, потом аккорд соль минор. Играем как соль минор мы держим, добавляем мизинцем первую струну на 12-м ладочке. Дальше ставим до мажор, первую струну ставим на 10-м ладочке на первой струне. Еще раз, давайте сначала. Вот когда сыграли соль минор, убираем мизинец, играем первую струну в баре прижатую. Дальше играем снова первую на 12-м и ставим фа мажор 6, но играем его не так, как мы в прошлый раз мизинцем играли, а ставим его вот так стандартно, баре 8 лад. Вторая, третья, четвертая на десятом. И мизинец опускаем так, чтобы у нас прижалось две струны. Первая и вторая. Играем одновременно пятую и первую. Дальше. Первую отпускаем, играем баре. Вторая. И третья. Вот так. Дальше. Играет 5, 4 и 3. Еще раз. Вот так. Сначала. Дальше. Снова играем третья, вторая струна, 10-й лад. Ставим аккорд фа, септ аккорд, мажор. Полностью можем баре не брать. Играем первую и третью струну, прижимаем указательным пальцем на восьмом ладочке. Вторую и четвертую прижимаем на десятом. Играем четыре струны подряд. И первая струна. 7-8, 7-8. На 7 остановились. Ставим следующий аккорд. Играем так его. Первая струна на восьмом ладочке, пятая на седьмом, четвертая на восьмом, третья на седьмом. Играем 5, 4, 3 и 1.
Вот так. Еще раз. Дальше. Играет третья струна, седьмой, четвертая, восьмой лад и пятая на десятом. Еще раз. Дальше идет аккорд ля мажор. Играем так. Первая, третья струна на шестом ладочке, вторая на пятом. И первую прижимаем еще мизинцем на восьмом ладочке. Сыграли в подряд 5, 3, 2, 1. Потом убираем мизинец. Играем два раза на шестом, первую. Дальше. Играет первая струна пятый лад, вторая струна играет восьмой. И на ре минор. Ре минор мы играем так. Играем четвертую открытую, первую на шестом, первая на пятом и третья на седьмом. Потом добавляем вторую струну на шестой лад и играем щипком вторую и третью. И на ре минор выходим, играем бас уже пятую. Как бы доигрываем аккорд. Вот, давайте вторую часть попробуем сыграть медленно сначала. Вот, и после этого мы начинаем играть второй куплет. Второй куплет мы играем по проигрышу. Так же само все играется до припева. Припев мы играем уже иначе. У нас меняется бой. Мы играем две четверти, как бы типа блатной бой. На примере аккорда си бемоль. Играем бас, потом щипаем три нижних струны. Бас пятая, потом шестая. Меняем бас на шестую и делаем то же самое. Вот здесь у нас будет аккорд ля дим. Играем так. Первая и третья на пятом ладочке, вторая и четвертая на четвертом. Здесь аккорды мы уже все знаем. Дальше играем. За вторым разом мы уже играем, мы пропускаем аккорд до мажор, сразу играем из соль минора на фа. В самом конце мы на аккорде ля дим обрываем и играем в самом конце то, что мы играли в конце припева. Ну, я сыграл по две нотки. Играем так. Первая на шестом, вторая на восьмом, четвертая басовая. Играем три струны одновременно. Дальше. Первая на пятом, вторая на шестом, две струны. И ставим аккорд ре минор. Играем 4, 3 и 2. И на этих нотах заканчивается песня. Надеюсь, все объяснил доступно, хотя много сложностей. Пробуйте, у вас обязательно все получится. Желаю успехов, спасибо, пока.